Окей, всем привет. Мы сейчас поговорим о том, как строить бизнес, как это сделать быстро, правильно, чтобы у всех все получалось всегда. Я никогда не пишу никаких подготовительных текстов, потому что мне нужно показывать экран, рассказывать, и я не могу отрываться, крутить головой, читать что-то. Поэтому я буду перескакивать туда-сюда, но это не важно. Главное, чтобы вы поняли суть. Пусть я не буду там изъясняться очень красиво и грамотно, но так, чтобы было понятно, о чем речь. Итак, большая проблема. Все, что происходит у нас в сети, это страх перед построением большого бизнеса. Люди боятся так называемых приглашений. По сути, никаких приглашений и нет в сети. Нужно просто это понять. Чтобы построить настоящий правильный бизнес, нужно всего лишь три вещи. Это вот такая страница захвата, которую вы видите на экране. Любой наш новичок, кто придет к нам, он сделает ее за 60 секунд. Можете засечь секундомер. Через минуту у него будет такая страница. Она будет привязана к серии писем, которая тоже написана за вас и для вас. Там уже 20 писем из первых. Открываемость писем 60%. Это очень интересные вещи, которые показывают то, что надо делать. Так? И третья часть – это трафик. И вот именно трафик. Я вообще в последнее время даже не включаю Skype. У меня идут подписки в бизнес, но я ни с кем особо не разговариваю. Только если уже что-то там надо, тогда без проблем мы связываемся по Skype и так далее. Но я сторонник построения бизнеса по-американски. Есть подписка на email, я постоянно шлю материалы, я постоянно шлю обновления, что надо делать. Например, сегодня я получил курс, который стоил совсем недавно 24 тысячи рублей, сейчас он упал на 14 700, он уже у меня на компьютере. Это и есть ваш трафик, то есть построение без вас. Это Яндекс.Директ последний. Там полностью от А до Я показывает, как настроить компанию, и вы настроили, послали трафик на вашу страницу захвата, пошла конверсия, люди начинают понимать, и так строится бизнес вообще без вас, на полном автомате. Второй курс я купил за $207, это английский, вернее три курса, три американских курса, $207, это предлагалось со скидкой купить все три, и тогда тебе не надо платить 450, и ты возьмешь за 207. Я купил все три, я их изучаю, это по соцсетям. Очень интересные вещи. Называется бесконечный бесплатный поток клиентов в ваш бизнес. Все, что я покупаю, я всегда отдаю команде, потому что мне надо, чтобы линия шла. Это мой прямой интерес. Я никогда не буду богатым, если вы будете бедными. Но в отличие от погремушек на YouTube, которые ничего не знают и рассказывают, зайди в наш бизнес, заполни нашу всего лишь вот эту матрицу 30 тысяч человек, и ты получишь 18 миллиардов. Я вам показываю, вот, например, смотрите, что у нас есть, чтобы вы знали. У нас есть вот такой файл, это все программы по трафику. Здесь чего только нет. Здесь и Facebook, и YouTube, и LinkedIn, и Twitter. Да что только можно представить. Как вытащить имейлы простые, где вытащить имейлы со всех соцсетей, как их отправить, чем их отправить. Здесь заголовки страниц захвата. Как они должны выглядеть на английском языке, естественно. Дальше готовые письма, которые вы просто меняете свои реферальные ссылки. Здесь название самих компаний. Здесь название лучшие заголовки. Смотрите, всего у нас 267 программ, плагинов и скриптов по трафику. Да, 2267. Если мы в среднем берем, американец платит за каждый $19, а есть и те, которые, сейчас я возьму карандаш, которые стоят и $147 за один, да? А мы говорим с вами о 2267. То здесь примерно на $45 000 у нас, на $45 000 материала, который еще надо весь изучить, но в любом случае я буду изучать и отдавать. Узнал что-то, сразу раз и отдал. Это не какой-то там вебинар один и тот же маркетинг. У нас каждый вебинар должен быть интересный. Я всегда был против, я не понимал этих вебинаров. Надо рассказывать один и тот же маркетинг, который уже на YouTube есть 150 раз. И всем приходить слушать эту ерунду. Я одну вещь понял. Я догадывался, а понял сейчас капитально. Наша система построения бизнеса русская, ее нет вообще. Это нулевая система. Никто не знает, что такое трафик, как он ведется, где он берется, как должна выглядеть страница захвата, что на ней должно быть написано, примеры. Эти письма должны все расписаны быть. Как надо цеплять народ, подарок, все, чтобы ты вообще был не при делах, а линия твоя шла и бизнес строился. Нужны вебинары, да, но не пересказывать, какой у нас отличный маркетинг, о нем не надо вообще вспоминать. Вебинары нужны для того, чтобы показать, вот
У меня есть новый курс, он принес мне результат, это интересный, он 115 тысяч рублей, я вам отдаю, советую сейчас 3 дня изучать его капитально. Или вот вам надо послать имейлы, вот возьмите с этих групп американских, сдерните вот этой программой, пожалуйста. Вот так она включается, вот так она заряжается, вот так она выдергивает, вот так она шлет. Все, поехали. То есть задача такая, чтобы каждый человек, любой, кто сел за этот компьютер, он смог тебя повторить и сдублицировать без всякого страха, а не кликать там за $5 в месяц. И поэтому строить бизнес сегодня, так как это было там на той волне несколько лет назад, сегодня уже не получится. И я смотрю, что большие лидеры, кто когда-то был со мной в хороших отношениях, они мне шлют сейчас какую-то ерунду вообще дешевую, потому что они уходить не хотят. Они уже присели на деньги, они почувствовали, они знают, что такое. Уходить не хотят, но той волны, которая была несколько лет назад, уже нет. Они и тогда не знали, что делать вообще. И сегодня ничего не знают. И народу уже не просто, уже недостаточно кричать там на YouTube: заходи, ты будешь богатый, у нас самый лучший проект. Это уже было вчера. А сегодня уже надо показать, а как ему сдублицировать тебя, а что ему надо делать. А чем? Потому что вот этот файл, который я показал, 2000 программ по трафику, ведь никому и в голову не придет даже в Google вбивать и искать эту информацию. Люди просто не знают, что такое существует в компьютере вообще. Что можно с LinkedIn выдернуть все имейлы, с Google Plus, что можно разослать все туда на автомате по всем этим группам. Что можно разослать эти имейлы днем и ночью сетевикам, достать все их имейл-адреса и показывать бизнес. От меня не отписываются практически никто. Отписываются идиоты, которые не понимают ничего и никогда не поймут. Эти люди, 95%, кто вот занимается ерундой, они сходят с рельс, все, им конец. Но они меня не интересуют. Меня интересуют те, кто открыл письмо и задумался, и увидел, слушай, это же шанс мне нормально сейчас все изучить, понять и вылезти. Вот человек же реально показывает, как это сделать. Надо просто его копировать. И тогда я смогу. Но для того, чтобы мочь, нужно быть в команде, это все получать раз. Им нужно заниматься правильным бизнесом. Я с вами буду говорить об этом скоро, 1 мая. Мы должны разобраться. Наш бизнес, он не будет ни матрицы, ни бинары. Все, меня уже тошнит от этих матриц и бинаров, потому что никто никакие линии строить не может, что бы ты ни давал. Америка ушла от матрицы бинаров. Они уже не хотят. Они вернулись опять на прямые продажи. Мы к этому вернемся скоро. Я вам пришлю письмо. Пока две вещи правильно должны понять. Легкий, легко дублицируемый бизнес для всех. Чтобы не на копейки, если заходить на $10-20, никто ничего не заработает. Но и не такие огромные деньги, там уже сегодня доллар-то большой, чтобы не за 500, не за 1000. Средняя цена достаточно нормальная. Так? И самое главное, это честность по отношению к своей базе людей. То есть никогда не продавайте подписчиков. Никогда не, знаете, там, когда собирается большая база, начинает продавать, когда люди чувствуют, что их используют. С ними надо быть напрямую честным. Кто хочет, он останется с вами, будет строить. Кто нет, сойдет, уйдет. Это не важно. Пускай идут, занимаются чем хотят. У вас всегда будут люди, которые с вами будут думать одинаково и делать с вами будет бизнес. Так что не переживайте за это. Просто ведите себя достойно. Вот и все. Итак, самое главное, переходим. Двойной удар, двойной, на США и на Рунет. Значит, программ вы видели куча. На США есть 1000 самых конвертируемых заголовков, которые гуру писали, которые идут подписки на эту страницу, когда этот заголовки там есть, куча подписок. То есть 1000 конвертируемых заголовков. Письма от этих же гуру, продающие письма. Дальше, готовые имейл-компании на очень много компаний из США, уже готовых. Просто меняй реферальные ссылки и все, готовые письма можно брать и под любую компанию себе рисовать. Так? Все это готово. Самое главное, программа, которая будет из 50 топовых сайтов США, самых топовых, где идет большая конверсия, собирать десятки тысяч кредитов для вас, за которые люди платят большие деньги. И так как они не хотят, если платить деньги, они должны кликать на ваше объявление и стоять на нем 15 секунд, чтобы получить за это свои 20 кредитов. Вы будете, программа будет вам собирать днем на автомате 1000 кредитов. Вам не надо ничего кликать. Вы будете просто рассылать, а кликать будет все эти толпа, где их там
от 3 и до 100 тысяч человек на одном сайте. У вас 50 таких сайтов. Так? Это США. В каждом письме у нас 2000 программ, подарки им. Все, что на слуху. Они все это слышат и знают. Держи, вот за то, что ты подписался, на странице прям будет написано. За то, что ты подписался, вот тебе подарок и какую-нибудь громкую вещь, которая у них там продается, $20-100. Пожалуйста, нам не жалко. У нас на $45 000 этой ерунды. Пожалуйста, забирай. Все. Он, хочешь, давай, подписался. Раз, после того, как подписался, пойди на e-mail, подтверди, и там скачай свой подарок. Все, он в капкан попал, серия писем пошла. Мы начинаем его лечить. Так? Для русских. Во-первых, показываем все вот это. Далее, готовые серии писем. Готовые серии писем. Научим, как делать быстро красивые страницы захвата. 5 минут. Без проблем. Одна даже минута. Дадим серии писем. Покажем, как трафик. Дадим все курсы. Покажем, как мы достаем людей. Как мы ведем бизнес. Все покажем, все расскажем. И когда человек просто будет копировать нас, у него пойдет линия. То есть, все, что ему надо делать. Я не знаю, кто этим будет пользоваться, не будет, кому надо или не надо. Самый главный здесь смысл в том, друг мой, ты заходи платно ко мне в мой правильный, честный бизнес, без матрицы, бинара, всякой ерунды, да, где серьезные деньги. А взамен я тебе даю то и то на несколько тысяч долларов. Плюс показываю, как бить на США, так? Все тебе это мы учим, окей? И ты должен делать то же самое. Теперь ты иди и расскажи это второму, третьему, если ты хочешь. Или делай рассылки, не надо никому что рассказывать. Я вам говорю, куча вот этих вот реклам дешевых, где ты можешь на 500 рублей вчера купил рекламы, так, чтобы задание дал. 1000 человек подписалось на страницу захвата. 1000. Из этой 1000 они кликают, выполняют задание за 20 копеек, да? Подписалось 1000 человек в автоответчик ко мне, получили письма. Из этой 1000 люди открывают много писем. Я не говорю, что вся 1000 открыла. Но многие, очень многие открывают. Примерно 40%, допустим, да? Ну, кто-то же там будет с головой. Но не могут же быть все идиоты, которые будут кликать за $5 до конца своих дней. И так и сидеть. Кстати, я вам другую вещь скажу, заканчивая это видео. Сейчас ученые многих стран, они вместе проводили эксперименты и пришли к выводу вот что. Значит, рак, болезнь, рак или инсульт, или любая другая тяжелая болезнь, которая убивает человека сегодня. Это не следствие какой-то еды, воды, и это не какая-то генная такая, которая передается генам. Нет, это ничего не имеет общего с этим. Рак, он получается, когда ты сопротивляешься своим желаниям в жизни. Имеется в виду хорошим желанием. Мы все, плохих людей на самом деле очень мало. На 95% люди хорошие все, да. Есть только выродки там, которые больные, с головой, с мозгами, что-то, насилие, убить, прибить, задушить, вот это, и таких людей мало. Я сейчас говорю про нормальных людей. Вот нормальный человек, вот он ходит на свою работу, получает копейки, он завидует всему, вот у соседа Мерседес, у того дом больше, у того квартира шире, а у меня все плохо, его жена пилит, семья, вот сейчас, например, лето, скоро, да, кто из вас повезет семью опять на море? Ваши дети опять будут валяться в пыли на улице. Понимаешь, когда соседи будут брать своих детей и везти купаться, да, они будут сидеть в грязи, сидеть на улице, дышать этой пылью и завидовать соседям. Говорить, почему он не мой папа, а мой папа лошара, который лазит там где-то за 10 тысяч в месяц. И что с него взять, толку никакого, понимаешь? То есть, когда вы последний раз опять возили свою семью на море, куда-то что-то сделали, подарок какой-то купили. Когда надо менять ваш страх, вы просто... Боитесь, вы поймите меня, вы боитесь изменить все. Так вот, когда ты занимаешься какой-то вот постоянной вещью, которую ты просто не хочешь этим заниматься, это ненавистная работа, это ненавистные люди или еще что-то, жизнь начинает сопротивляться. Она тебе дает кучу сигналов изменить, сделай то, что тебе нравится. Слушай, пусть там будет, не будет денег вообще, но ты будешь доволен, ты будешь счастливый. Делай то, что ты хочешь, живи там, где ты хочешь, уедь туда, куда хочешь. Сделай то, что ты хочешь когда-нибудь. Наконец-то побывай там, где тебе нравится. Понимаешь? И когда ты сопротивляешься этому, понимаешь? И жизнь тебе долбит, дает тебе сигнал, изменись, надо поменять, надо все сделать по-другому. Это ты живешь не по-человечески, ты живешь против себя, ты все делаешь, лишь бы ничего не делать из-за своего страха и лени. Ничего не делаешь, да? И ты получаешь болезнь. Все. Короче, они с тобой устали бороться, и они
отправляют тебя на кладбище. Все. Так ты ничего в этой жизни и не увидел. И вот эти ученые доказали, что то, что ты делаешь против себя, против своей жизни, ты то и получаешь. Поэтому вся наша жизнь без всяких мотиваций, без всяких ютубов и криков, она дает прямые сигналы, что нужно делать, делать и еще раз делать. Ничего не ждать ни от кого. Брать ответственность только на себя. Я сделал или я не сделал, это мой, это на мне. Значит, я так хотел или не хотел. Получилось, молодец, можешь себе похлопать, купить BMW, поздравить, полететь с семьей отдохнуть. Не получилось, нету здесь никаких спонсоров, никаких крайних, никаких команд, никого нету здесь. Здесь есть только ты и интернет. У меня не было никаких учителей, никаких гуру, никого. У меня был Google.